Новую форму поддержки многодетных семей внедряют в Караганде. Спонсор могут внести первоначальный взнос на квартиру по государственной программе. Всего бизнесмен выделил 20 миллионов тенге, и вместо трех новоселий отметили 7 семей. Вторую половину суммы необходимо будет погашать самостоятельно, поэтому кандидатов на оказание помощи отбирали особенно тщательно. Важный фактор был условия проживания и финансовая составляющая часть у мамочки. Какая она сможет ли дальше она снимать в таком положении? Ну, они же все снимали это жилье, правильно? Поэтому по разным критериям, но это чтобы действительно и у спонсора было желание оказать помощь в нужную семью.